Пожалуй, это видео будет называться «Стэн и плавающие сверчки». Как мы видим, Стэн у нас купается в ванне, и заодно мы запустили туда парочку сверчков. Они себя неплохо чувствуют, в отличие от той же саранчи, попавшей в воду. Довольно бодро передвигаются, не тонут, не переворачиваются, не захлебываются. А Стэн никак не поймет, хоть он только что съел одного сверчка, также, что здесь есть еще парочка. А мы ему поможем развернуть его голову. А? Наш Стэн сделал каку. Забавно звучит, но тем не менее теплая вода помогает им расслабиться. И, соответственно, проще испражниться. Сейчас мы развернем в сторону наших. И он проплывает мимо. Наш варанчик не поймет, в чем же дело. А между тем, да, вода стала попрохладнее. И он уже не прочь бы выйти. Но я не прочь сначала сверчков ему скормить, поскольку ловить их все-таки не очень удобно. Похоже, ему и так нравится. Неужели придется этих сверчков вылавливать обратно? Похоже, да, иначе они захлебнутся. Впрочем, для самого ящера купание еще далеко не завершено. Я еще его подержу в водичке, но как только сменю ее на более теплую. Буквально прошелся по нему. И, похоже, этому сверчку хана. Его участь... Похоже, его участь только утонуть. Ну. Да, вода не способствует инстинкту охоты. Особенно, когда он хочет выбраться оттуда. Заодно утопит своих нерадивых жертв. Ну ладно, не будем его мучить и просто сменим ему воду. А сверчков немного досушим.